Четверокурсница Лилия планирует стать адвокатом. Прозрачность судебного процесса, по мнению девушки, неотъемлемая часть работы. Общество должно перестроиться и поверить суду. Захист прав людей, а також гласність даного процесу для мене є надзвичайно важлива. Тому що, приходячи в суд, я хочу, щоб інтереси моїх клієнтів були максимально захищені. Украина – единственная страна, где на законодательном уровне любой желающий может снимать и фотографировать судебный процесс без разрешения судьи. Это должно снизить коррупцию в стране, считают участники проекта «Открытый суд». Они уже посетили с видеокамерой почти 300 судебных заседаний. Снимают бесплатно, приоритет социально значимым делам. Суд – это установа, которая надає послуги. И судья, и прокурор – это не царь, это не Бог. Мы просто продукуємо іншу філософію про те, що якщо людина сплачує судовий збір за розгляд своєї справи, вона має отримати якісну послугу. Такую правовую норму организаторы проекта рассматривают съезд и США как ключевой элемент борьбы с коррупцией и несправедливостью в судах. Успех Украины может стать примером для применения механизмов в других странах мира. Ольга Кити, Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.